стихийными свалками в Павлодарской области теперь следят с космоса. Благодаря аэрофотосъемке было найдено порядка 600 мусорных куч по всему региону. До сих пор неликвидированными остаются 200 с лишним свалок. Бороться со стихийными свалками решили экологи и устроили большой тур по территории области. Большинство мусорных куч находятся в сельской местности. Наибольшее количество приходится на Павлодарский район, на сельскую зону Аксу и Павлодар. В связи с этим департаментом в отношении акиматов назначены неплановые проверки. По ее результатам акиматами ликвидировано 12 точек, из них по Павлодарскому району 12, по городу Аксу 5, по городу Павлодар 4. Также инспекторами департамента привлечены к административной ответственности на общую сумму 268 тысяч тенге 13 акимов сельских округов. На сегодняшний день ликвидирована всего лишь 21 свалка. Причиной невыполнения предписаний является отсутствие средств, так отвечает аким Алгабасского сельского округа Мирхат Валитов. В этом году из бюджета выделено 5 миллионов тенге. Этого для ликвидации недостаточно. В настоящее время нам заключен договор с фирмой «Экостройсервис» по ликвидации данного полигона. И то есть в настоящее время все несанкционированные мусорные свалки мы приведем в соответствие. По словам специалистов, проверки будут продолжены. Если акиматами не будут приняты соответствующие меры, будет наложен штраф. Сабин Рахимбай, Аслан Ертезбаев, Дусымбек Токай, Ертыс Ахпарат.